Вот это для начинающих. Плоские такие. И для более продвинутых с такими пупырышками. Друзья, всем привет! Сегодня 6 января. Где-то в наших краях там готовится к сочельнику. На украинском это будет святый вечер. Мы, кто отмечает праздник сейчас, завтра Рождество, мы всех поздравляем. А мы сегодня дома. У нас сегодня спокойный день. Олежек работает, обрабатывает фотографии. Завтра уже начинает работать. А я тоже готовлюсь к занятиям. Кто не смотрел предыдущее видео, я там говорила, что я сейчас временно пошла в фитнес-клуб на замены. И мне дали график, у меня будет 13 занятий. Это будут такие занятия, как пилатес, потом занятия, вот, фастенс тренинг, то есть занятия с массажным ролем, дальше занятия на позвоночник, то есть гимнастика для упражнения для позвоночника. На немецком эта гимнастика называется Wirbelsäule, упражнение для позвоночника. И четвертое занятие для упражнения для живота, для ног и для попы. Хочу вам показать, если кто не знает, что такое фастинг тренинг. Это занятия с массажным ролем. Они бывают разных видов. Вот это для начинающих. Плоские такие. И для более продвинутых. С такими пупырышками. Только они есть разные. Что это за занятие? Это таким простым языком разогревание мышц. Это занятие на проработку каждых всех мышц на ногах, на руках, также можно на голове. После этих занятий люди себя очень хорошо чувствуют, особенно мне нравится в области висков. Голова начинает сразу работать, мозг работает, поэтому рекомендую. То есть завтра будет это занятие, еще будет занятие на позвоночник. Wirbelsäule. Я буду делать гимнастику. Можно такую гимнастику делать без ничего, просто гимнастику, а можно делать с какими-то предметами. Я буду делать с эластичной лентой. А сейчас у меня такая здесь подготовочка, занимаюсь. Когда есть время, я дома занимаюсь. Это Олежек мне степ купил. Еще у меня есть вот такие гантельки. Это когда-то мне Дотя в Варшаве еще купила. Вот. И такие две ролики. Хочу еще сказать, уже об этом говорила, еще хочу сказать, что когда я начала сюда ходить в фитнес-клуб, здесь возле нас есть один фитнес-клуб, я сначала пошла туда, и мне дали такую карту, бесплатные входы, как для новых клиентов, и я отнесла туда тоже свое резюме. И вот они мне позвонили, и сейчас я хожу временно проводить занятия, потому что инструктора сейчас в отпуске, и я только 2 недели буду проводить. Я хочу сказать, что когда я пошла заниматься просто как клиент и сейчас стала проводить, я проводила на прошлой неделе в четверг и пятницу, и что меня удивило, что люди постарше занимаются фитнесом от 50 и выше. И настолько они спортивные, и когда, например, провожу занятия, говорю, может, вам более легкую версию. Нет, нет, давай нам сложную. Сможете? Да, сможем. То есть для меня это было очень удивительно. Первая замена у меня была 2 числа. Я пришла и думаю, во-первых, знают люди, что кто-то новый. А когда новый инструктор, то бывает так, что люди не идут. Просто привыкают к своему, и новый – это всегда стресс. Потому что может быть другая программа и вообще другой человек. Вот, и я пришла 2 числа, я думала, может, будет пару человек. Пришло 18 человек, был полон зал, и я была удивлена. Я говорю, ничего себе, 2 числа, а они говорят, ну что ты, здоровье – это жизнь. То есть, ну, молодцы, они думают о здоровье, занимаются спортом. Так что, друзья, занимайтесь спортом, будьте здоровы, всего вам хорошего, пока!